Этот 40-летний уроженец ближнего зарубежья подозревается в хищении 3 настенных кондиционеров, электроинструментов и генератора из строящегося дома в деревне Меленке. Накануне в дежурную часть ОМВД обратился местный житель с заявлением о краже. Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей. Сотрудниками полиции установлено, что данный мужчина занимается строительными работами по договору найма. В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оксана Федяшина, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время.